Наконец-то я тут все доделал. То есть, что такое это изначально? Изначально это Squier стандарт. Squier стандарт. В чем смысл этой гитары? На что я здесь сделал? Я обещал рассказать о ней, потому что тут много всего. Значит, на ней у меня сколопированный гриф. Это я уделал у мастера, тут у своего, которому я всегда гитару даю, и Стебан. Он занимается стратокастерами всю свою жизнь. Короче говоря, он мне выточил вот этот гриф сколопированный. Я про него, у меня видео есть, но еще раз расскажу, что я к нему пришел тогда. Поиграл на его гитарах, у него там разные джазовые гитары есть, сколопированные гитары. И вот это вот он мне дал гитару со сколопированным грифом свой. Я поиграл и сказал, что я такую же хочу. И вот он здесь. Сколопированный гриф теперь у меня. Теперь я не могу даже представить гитару без сколопированного грифа. Буквально вот вчера брал один Ibanez. Семиакустик, такую джазовую гитару с обычным грифом. Вот начинаю делать подтяжки, и вот у меня палец идет по этой доске, и мне получается вот как-то вот так вот, понимаете? Здесь, конечно, сколопированного рифа я могу перечислять бесконечно. Преимущество сколопированного грифа. Так, здесь у меня, значит, бридж закрепленный, зафиксированный на 5 пружинах мощных, то есть он никуда не девается, то есть что бы я ни тянул, какую бы подтяжку. Бридж зафиксированный, значит, что у нас здесь еще изменено? Поменял я звукосниматели, здесь стоят Texas Special. Texas Special какого-то тоже года. Короче говоря, на вторичном рынке их вымутил. Я могу сказать, что разница вообще просто, кстати, феноменальная. Кстати, по поводу Texas Special я обещал рассказать то, что у меня тоже есть видео здесь на канале, где я сравниваю. Это я там играл везде. Прям идентично играл одно и то же. Сравнивал конкретно стандартные, кстати, стандартные сквайровские звукосниматели. Вот они у меня здесь сейчас. Вот они от моей гитары, которые остались. И вот эти вот Texas Special, которые здесь были. Texas Special, конечно, вещь. Трудно так сказать, вот когда, допустим, сравнение смотришь на YouTube, смотришь, просто слушаешь, кажется, что разница не такая существенная. Но на самом деле, особенно на чистом звуке, вот сама частота вот этих аккордов, как они звучат, то есть вот, допустим, просто вот просто одна нота. Фантастика вообще, я, например, я очень доволен. Стоит, ну, хороший звукосниматель, они стоят того, но у Fender их немного, их там получается Texas Special, потом вот эти Fat 50, Fat 60, по-моему. Техмех, вот эти у них тоже есть, Tex-Mex. Там, по-моему, есть 4 или 5 вариантов неплохих звукоснимателей у них, у Fender. Вот, так что здесь у меня стоит Texas Special. Кстати говоря, первая гитара, которая идет с Texas Special у Fender, она стоит здесь, в Европе, где-то около 800 евро. Это только начинается. Если, допустим, брать гитару Стива Райвона, ну, типа там, не именую модель, а вот они выпускают Fender, стартокастер Стива Райвона, он стоит 1800 евро. Здесь, в Европе, эта гитара стоит. И я вообще просто охренел, сколько вообще эта гитара стоит вообще у нас в России. Короче говоря, в Мусторге я посмотрел, сейчас не соврать бы, получается 220 тысяч рублей вообще. На момент 2018 года
Вот эта вот гитара Stratocaster Stevie Ray Vaughan стоит 220 тысяч, не хотите ли? Так что, и, кстати говоря, Texas Special, если вы хотите поменять у вас в России, у нас в России купить новое, это вам обойдется в копеечку, потому что, по-моему, не соврать бы, я смотрел в том же Мусторге, вот эти Texas Special стоят, по-моему, 27 тысяч рублей, только просто звукосниматели одни. То есть, получается, если построить вот такую вот гитару у нас, в России, допустим, у нас в России это вообще в копейку обойдется. Я посмотрел, допустим, на Авито полазил, бэушный тоже Texas Special посмотрел. Вранья очень много, там на какой-то первой странице я обнаружил, за 1011 или 12 тысяч продают Texas Special, тоже звукосниматели у нас. Но это не они, это не они. Потому что оригинальные Texas Special, оригинальные, если их развернуть, вы увидите там синие и красные точки на них, там вот где, по-моему, запаяно. Синие и красные точки там на них есть. На этих я посмотрел, нету. То есть это под видом Texas Special люди продают какие-то другие, может быть, не знаю. То есть я заморачивался, я со своим вот этим, со своим мастером заморачивался, потому что я когда вот эти Texas Special привез ему показать, он посмотрел там распайку, вот это вот все, вот это вот, ну, что там сзади вообще происходит. Он говорит, да, это, говорит, они самые. Так что сейчас... Стоит ли оно того? Да, стоит вообще. Я увидел разницу, потому что я на этой гитаре конкретно играю на разных видах звука вообще. Да, в барах, в отелях, дома, и везде, короче говоря, на концертах. То есть вот эта гитара основная. И вот после вот того, как мы поставили звукосниматели, я просто вот эту разницу увидел прям просто уже в наушниках. Я вот наушники надел, начал играть там что-то. И я просто понял, да, вот это звук. Это звук. Но, допустим, так, дальше идем. Сейчас я ищу деревяшку, кстати говоря. Деревяшку, потому что вот то, что вот это вот я вот все сделал тут, как-то выглядит, как будто я просто под КамАЗ бросил, понимаете? То есть у меня так релик нормально не получился. Но я, кстати, нашел релики, гитары, просто деревяшки. Может быть, мне придется просто купить еще один стратокастер и взять оттуда просто деку. Либо я смотрел на разных сайтах фендеровские деки, продаются 70-х, 80-х годов, но это стоит примерно... Получается, в эту гитару я уже вложил, но если по нашим рублям на 2018 год почти 30-ку, да, в эту гитару я вложил. И получается, сама еще дека хорошая, она еще где-то, наверное, 15-20 только будет дека стоить. То есть это уже получится на 50 тысяч изменений здесь у меня. Потом вот это, значит, вот эта вот крутилка громкости, она тоже изменена на фендеровскую, потому что там, короче, мне мастер сказал, там она другая какая-то. Короче, я не разбираюсь в этом. То есть она, кстати, по-другому работает, нежели у Сквайра. Она по-другому работает, она... У нее вот эта вот линия, как и затухает сигнал, она вот по-другому прорисовывает. По-другому работает, она как-то более резче, что ли, не знаю, в общем, посмачнее. То есть реально ей можно пользоваться. Так, теперь поговорим о струнах. Потому что струны... Это вообще отдельная тема вообще. Я, кстати, сейчас накупил струн, мне пришли струн, просто море вообще. Короче, у меня здесь были 9, 40 там 2, да, обычный комплект стоял. Но я пошел как бы по теме Стива Рай Вона туда. В общем, начал увеличивать комплекты. Я поставил потом 10, десятку, на десятке поиграл, привык. Потом поставил 11, попривык. И вот сейчас, вот, кстати, только что, вот на данный момент я поставил струны новые, и, значит, самый приближенный к Стиву Рай Вону сет. У нас это получается. У Стива Рай Вона был сет основной 13-58. То есть нижняя 13, верхняя 58. Но он играл в ми-бемоль. И плюс гитара была немного сделана под вот этот... То есть с мастером он делал именно конкретно под этот сет. То есть тут нужно тоже здесь смотреть бридж еще. Потом надо смотреть, короче, вот эту кость. В общем, все дела. То есть... У меня же как, я на ми-бемоль не собираюсь играть, я ее собирал под обычный стандартный строй ми. У меня на данный момент стоит 12-56, но у Рай Вона как было, у нее, значит, смотрите, вот эти первые три струны, они были толстые. Вот эта вот струна шестая, она была тоже толстая, а вот эти вот две струны, они были тонкие.
То есть получается, что чтобы хоть как-то компенсировать, допустим, чтобы делать бенды было возможно, потому что вот сейчас 12.56 у меня стоит. Работает вообще вот эта система. То есть, смотрите, если вы хотите, короче, такой же сет, как у Стиви Раймона, под блюз, потому что вот этот стратокастер только под блюз, под чистый звук, как вот сейчас я играю на комбике на чистом звуке. Вот он. Короче говоря, если вы хотите такой же сет, как у меня, да, то есть получается, что я собирал под стандартный строй E, ми, и у меня, значит, получается, мне пришлось докупать струны, у меня докуплены струны, несколько комплектов. Самый близкий, самый нормальный сет, который я нашел, если просто не заморачиваться, под нормальный конкретный блюз, это получается вот этот вот сет, никелевский, короче, XL. Вот этот сет самый-самый подходящий получается, который ближе всего к Райвону, потому что странно, но не продается конкретный сет Стиви Райвоновских струн, чтобы можно было прям такой купить. Вот этот вот 1254, вот такой вот комплект, вот этот вот Додарио XL, это, короче, у нас получается самый-самый близко, максимально близко приближенный к тому, если вы хотите действительно в блюз удариться, это получается... Ну вот, короче, сет у меня получается такой, в общем, 12, 16, 20, 26, 36, 56 на данный момент. Ну и, кстати говоря, знаете, сейчас вот на вот этих больших струнах я стал играть, попривык уже к ним, и, короче, начинает проблема всплывать на этой гитаре, она начинает держать строй. Короче говоря, расстраиваться, я заметил, она начала чуть-чуть чаще, потому что, походу, вот эти колки... Может быть, да еще и до дела дойдет того, что надо колки менять. Ну, фиг его знает. Потому что изначально на любой гитаре вообще написано, под какие строи, под какие струны она собирается. Там, допустим, 9, там, 42 или сколько там, 9.46. Там обычно написано, ну, когда гитара, там, новая гитара, там по описанию написано, под какие струны она идет. В основном фондора они идут под девятки, ну, в основном. Под десятки, вот я посмотрел 7 акустики, вот эти вот 7 акустик джазовой гитары, иной раз под 12 они идут. Вот, так что сейчас я вообще доволен результатом. Я уже привык к большим струнам, и хэви-метал тут на них даже играл, короче. Ну, не хэви-метал, там, как на дистошене соло, которое. Но это все под чистый звук вообще у меня. Сейчас я ищу на данный момент дерево, деку, если я найду деку нормальную, я возьму. Но это тогда у меня получится уже не крутой сквайр, а хреновый фендер тогда получается. Потому что тут уже все тут будет переделано. Но на данный момент нормально. Чистым звуком я доволен. Чистым звуком я доволен. Thank you.
привыкаешь постепенно. К большим струнам нормально. Начинаешь уже это. Я вчера, допустим, брал гитару на 9-м комплекте. Вообще, даже уже не в тот энергию не могу вложить. Там, допустим, здесь. Здесь прям оно чувствует, прям одна струна, одна нота получается. Она очень весомая получается. Допустим, вот я в трио мы играем. Там, допустим, песню Losing My Religion, помните такую? И вот там начало. И она, вот одна струна, если, допустим, на девятке играть, то это будет просто, вот просто упадок. А тут, получается, на двенашках играешь, и, ну, получается нормально. Короче говоря, нет вот этого упадка между бас-гитарой. Или там, допустим, Dire Straits тоже вот в трио, он тоже нормально звучит. Вот, поэтому, ну, я уж не говорю о рок-н-ролле. Короче, рок-н-ролл тоже прикольно играть, получается, соляки, когда еще, допустим, бас-гитара играет. И ты там свое дело, ты делаешь. Нормально получается, они сходятся хорошо, нет вот этого провала. То есть, для чего я, собственно, и делаю, чтобы, ну, вообще, это все, чтобы даже на высоких, с 12-м ладом, это нормально игралось. Да, короче говоря, вообще сейчас эта гитара вообще совсем другая, в общем, ничего общего с тем, с изначальным Squire стандартом, который был просто вот из магазина, ну или там из рук коллеги моего по цеху, ничего общего нет вообще. Надо бы вообще дать ему поиграть и ему сказать, на, попробуй вообще, что из этого получилось. Конечно, энергию надо вкладывать, если, допустим, вот сейчас вот этот, как раз говоря, вот этот трайвоновский сет у меня, ну, грубо говоря, минус один, у него там был 13.58, у меня 12.56, но баланс струн, он такой же у меня, он у меня соблюден сейчас, просто вот конкретно такой же. Получается, можно делать эти самые бенды, все делается. Не так уж это и страшно, кстати говоря. Не так страшен Стив Райлон, как его малюет. Вот, пожалуйста, допустим, 12, 16. Вот это вот вторая у меня 16. Я делаю бенд на 1.5 тона. Мой любимый вообще. Я вот без него вообще не могу играть. Надо, конечно, правда, атаковать. Тут надо играть с атакой. Так вот, никакие легаты, как вот я смотрю в интернете разных чуваков, легат. Ой, я, говорит, легатник. Типа там... Ну, это что, это звук? Вот это звук. Так что, нет, здесь, конечно, с синглами, с толстыми струнами, здесь, конечно, нужно правой рукой работать. Конкретно у меня, допустим,
меньше миллиметрового звукоснимателя нету. Я играю на очень жестких. Что вот это надо все прокачать. Допустим, там блюзовое открытие, закрытие струны, там, допустим. Вот эти вот все открытия, закрытия. Потом вот эти форшлаги все вот эти тоже надо выигрывать, конечно. В общем, тут надо прилагать усилия, да, когда играешь на конкретно такой гитаре, вот на этой сейчас, но оно того стоит. Там, допустим. Да оно и чувствуется, допустим, оно совсем другое, тремоло. Жирный такой, мощный. То есть, если сейчас бас-ноту сыграет, это уже музыка получится. На девятках, конечно, такого нет такого ощущения. На девятках нужно играть в коллективе, где есть еще и клавиши, еще один гитарист, и вот такие-такие вещи. Даже, кстати говоря, на дистошене я играл недавно. Играл на дистошене, на конкретном открытом дистошене соло, и все равно звучит оно как-то, оно массивнее звучит. Короче говоря, ждите следующих новостей. В общем, рассказал я о своей гитаре. Посмотрим, что я буду делать дальше. Не знаю. Если что-то сделаю, расскажу.